This is the new out of the old exhibition held in one of the Moscow galleries. The organizers of the exhibition selected several dozen works on a common green theme. Которые стоят перед обществом и пытаться найти для них решение. Одна из серьезных проблем сейчас стоит – это мусорная проблема. Перепроизводство товаров, продуктов, материалов, всего. И вот художники сами по себе начинают реагировать на это и создавать проекты, которые рефлексируют эту тему. Old gas mask, advertising banner or diving suit parts – all sorts of things are the source for creativity. The results are not easy to predict. It may turn out to be a nice piece of clothing or furniture. Aesthetics do not interfere with functionality. The old barrel is now a rocking chair with a shopping cart seat. Можно, конечно, поискать какой-то философский смысл, вот, но вот просто понравилось. Это вещь, которую может делать любой, потому что у всех там на дачах могут быть эти старые бочки. Вот. Все любят делать какие-то кресла-качалки. Вот, их использовать. Вот. Не все это могут купить, но получается, что могут сделать. Просто очень интересная, симпатичная вещь. The exhibition attract visitors even from other cities too. Alexander Kapov came to Moscow from St. Petersburg. He studied law and is fond of music. Особенно мне здесь понравилось то, что показано, как можно что-либо переработать. Допустим, старые шины, покрышки, еще что-то. Действительно интересно и красиво просто. По сути, это то, что уже является мусором, но из этого сделали довольно красивые вещи. Students exhibit side by side with the works of famous masters, for example, Sergei Paradinov or Alexander Rodchenko. This exhibition is the first one for the State Gallery. It just opened in the beginning of the year. Along with exhibitions, visitors are attracted by lectures, meetings with artists, and there is a creative center. В нем проходят именно студии для детей и взрослых. Лепка из глины, рисование, робототехника, программирование. Планируется запуск саунд-студии. Это для художников и музыкантов, то есть это уже для взрослой аудитории. The exhibition will run until mid-May. The theme of the next one is Eco Techno Art.